Где вообще находится, где у нас, для чего у нас жировые компарты, для чего они нам с вами нужны? Они прикрывают какие-то важные сосуды, да, или важные нервы. Вот мы с вами видим, что височно-жировой компартмент, височный отрок, он прикрывает, здесь же очень тонкая кость, да, височная кость, чешуя височной кости, она очень тонкая. Прикрыл, да, плюс три сосуда прикрыли здесь. Здесь околоушная, латеральная, околоушная железа, выход лицевую, большой лицевой нерв, да. Здесь у нас с вами височная артерия прикрылась жировым комочком. Здесь у нас с вами большой 5 перфораций сосудов, венозный отток, нерв прикрылась медиально поверхностным и глубоким жировым пакетом. Брылька прикрыла расположение лицевого нерва, который находится на кости. То есть они на самом деле вообще все нам полезны, не говоря о том, что носогубный отрок, да, артерия лицевая плюс лимфатические сосуды и прикрыто все это жировой подушечкой от травматизации. Поэтому здесь, конечно, когда мы говорим про жировые, они нам нужны. Не кажется, как некоторые говорят, колдовая коллагена.